день всем участникам Христианской футбольной лиги. Вы знаете, сегодня встреча с одной из команд, ну, которых я очень сильно уважаю. Почему? Команда, которая имеет сильный стержень. Вот, побеждать умеет все, с хорошим настроением, бороться дальше. Но команда, которая вот не имеет побед, но которая борется, которая имеет планы, ну, это достойно уважения. Поэтому, ребята, вы молодцы, вы заслуживаете уважения, видно, что у вас команда. И такой вопрос, ну вот сразу же, наверное, тебе скажу, просто в целом, вот как ты оцениваешь этот сезон? Давай будем не по результатам брать, а вот по коллективу, по отношению. Ну вот в плане отношения, в плане коллектива, мы как, время оно укрепляет. Угу. Ну даже та же игра, может сейчас там в турнирной табличке очков нету, но мы все равно немножко все-таки лучше играем, чем в прошлом году. То есть значительно лучше? Незначительно, но немножко лучше все-таки играем, потому что больше мы видим друг друга на поле, больше начали играть в пас. В прошлом году это хуже было. Но у нас то, что в турнирной табличке нет очков, это пока что, мне кажется, временно. Есть перспектива в команде, поэтому... Я понял, Виталий, тебе вопрос. Как бы ты вот команду вашу, да, ФК Слава, одни предложения Слава. ФК Слава это... ФК Слава это... Ну, это... Ну, сейчас, это вопрос Виталику. ФК Слава? Да. Для это тебя. Дружеская команда, в которой, я надеюсь, что будет в дальнейшем игра, ну, посмотрим. Mm-hmm. Мы над этим работаем, мы так сказать. Результат. Да, результат будет по-любому. Mm-hmm. Мы сделаем, постараемся. Я понял. Ну, тогда у нас сейчас будет еще вопрос как вратарю, так и вопрос Галеодору, да? Слушай, пожалуйста, вот легко ли или сложно вот забивать? И вот кому было больше всего интересно забивать, потом будет самый яркий гол для тебя. Кому? Какой команде? Да, да, да. Ой, какой команде? Ну, той команде, которая на первом месте, было бы лучше всего забить. Ну, а забивал ты? За кому забивал? Ой, в этом году нет, я вообще мало играл, потому что меня травмы замучили. Но Славу ты любишь, и за Славу ты, да? Да, Славу я со Славой с самого начала, поэтому тут я... Вы как ветераны, да, вместе с Славой? Мне тут нравится, так что все устраивает. Видимо, команда растет, но растет очень-очень-очень медленно. Но главное, что рост, потому что некоторые вырастают, а потом падают. У нас, да, у нас просто в основном не Сосновой, и так не собирается, получается, полностью весь оптимальный состав. Они собираются только на команды лидеры, мы там 2-1 бывает проигрываем, а с такими командами, которыми можно выиграть, когда основа придет, то приходит второй состав, и мы проигрываем. А по поводу забивания голов, ну в этом году, наверное, Вовы больше всех забивал, да? Ну, в общем, кто-то на мини-футболе так разошелся, аж ворота горели. Может, он скажет, какой самый приятный гол. Ну, если приятные голы, конечно, но если бы мы выиграли, например, а так просто как бы для самоуверенности, для меня именно лично в таком. Ну, для команды они как бы не подействовали, ну, в таком плане. Ну, на самый приятный гол забить. Вовка, сняться от голы по ночам, скажи. Где ты просыпаешься и кричат, Вова, Вова. Нет, такого не снится. Серьезно. Ну, это хорошо. Макс, тебе тогда вопрос, как вратарю, скажи, пожалуйста, вот кто по тебе больше всего попадал из команд соперника? Ну, в смысле, ты ловил мячи. Ну, бывает, как его, Андрей неприятные ситуации создает у моих ворот. Не желая сам того, вроде. Ну, а так... Ну ты конфликтуешь вот вообще со своими игроками, типа, да, Андрюха, куда побежал? Во время игры, как у меня нет друзей, у меня только есть моя команда, как бы я пытаюсь указать на их ошибки, не то, что сказать то, что они там плохие, как его, я лучше, я бы сыграл лучше, а просто чтобы в дальнейшем таких ошибок не совершали и мы играли лучше. Макс, ну твой, ты же видишь как бы вот все поле, видишь как бы действия каждого игрока. Да, да. Вот твой секрет выхода команды вот из данного момента очкового кризиса такого. Что бы ты посоветовал сейчас? Мне кажется, ну, прежде всего, мне кажется, нужно чаще собираться и тренироваться, потому что как бы морально команда там была не готова, если там все равно зависит большой успех, думаю, от тренировок. Вот. И вообще, ну я думаю, как его, потому что ну, в последнее время мы постоянно проигрываем, и как бы, когда пропускаем несколько мячей, команда сразу уже, ну, становится разобранной, можно так сказать.
каждый уже играет не все на свои 100%, а старается там уже сэкономить силы там на следующую игру, или там, не знаю, на что-то еще, и уже не выкладывается, и от этого мы проигрываем с крупным счетом. Хотя, если бы каждый выкладывался, мы бы проиграли с более минимальным счетом, и из игры в игру бы шел прогресс, и уже потом были ничья и победы, думаю. Спасибо большое. Глеб, тебе вопрос по твоей профессиональной деятельности. Скажи, пожалуйста, ваша команда напоминает представителя какого иностранного европейского чемпионата? Именно из которой, скажем так, из грязи в князи. Ну ты хорошо его познаешь, поэтому я думаю. Знаете, это... мне напоминает чем-то Бенфику, которая была долгое время в забытии. Вот которая только-только опять начала опять возрождение свое. Именно вот не спасибо большим деньгам, а именно спасибо, потому что сделали команду. Вот у нас команда есть. У нас есть довольно хорошие перспективы. Очень хорошие. В общем, мы еще возродимся, у них орел, но мы возродимся как Феникс. Хорошо, и тогда Максу теперь профессиональный вопрос по его деятельности еще один. Макс, с какой командой? Ты можешь предугадать, вы начнете получить свои первые 3 очка? Мне кажется, это будет команда из верхней части таблицы. И для нас это будет неожиданность. То есть, когда мы переиграем более сильного соперника, когда выходя на поле, все уже, ну. То есть победа первая тройка, да, будет от команды с первой тройки? Да, вот так будет уверенность себя присутствовать, и дальше начнем выигрывать уже. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Ну и я думаю, твои пожелания вот непосредственно команде, непосредственно участникам пятой лиги. Ну, команде я желаю в первую очередь побед и набрать очки наконец-то, выйти из последнего места. А и остальным командам чемпионата, да? Ну, командам чемпионата я желаю тоже и побед, и хорошей игры, и меньше нарушения правил за спиной судьи. Да, угу. Ну и, наверное, первую победу ты не будешь против, если твоя команда посвятит твоей дочке как раз в этом сезоне. Да мы думали, что посвятить по моему дню рождения. 2 недели назад посвятить, ну не удалось. Я понял. Тоже, ну, замены не хватило. Без замен пришлось играть. Кого на следующий день рождения в команде? Кого следующего? Ближайшее. То в июне. Вова. Не, Вова в августе. В июне, в июле у кого-то есть? Ну все, туда дочь посвящаем. Хорошо. Спасибо большое вам за то, что были с нами. Всем пока, до новых встреч.